Так. Или вот здесь поднимать надо заново. Это что-то необычное. Да понятно, дело, что необычное. А, вот. Всё. Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Чё я тупил? Всё нахрен забыл вообще. Мы снова тут. Да, мы снова тут. Так, и это все хорошо. Замечательно. А, вот оно что. Так, постой. Сюда. Так, два из трех. Сейчас надо танк подключить. Надо. Так, это только первый коготь, ясненько. Отлично, не зря мы это все сделали. На всю катушку. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Так, да, вид, конечно, обалденный. Ничего не скажешь. Шикар. Так, ладненько, пойдемте дальше. Вот это находка. Да, находка, все, что надо. Эй, посмотри, что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним, но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Да, дизайнерское решение, конечно, это просто шикарно все здесь выполнено. Ни к чему придраться даже. Возможно, эти кольца должны вращаться.
Кольца вращаются. Спускайся. Да, я пошел. О, блин. Что я сделал? Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока, но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Ну да. Да, и... Наверху что-то есть. Где? Где? А-а-а, красава. Так, это пока мы оставим. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Я понял, там еще. И на умле задал удар их вниз. Красава, красава. Чисто! Отец, берегись! Отец, вставай! Один удар. Да, походу, где тут надолго. Прямо. Так, валим. Да, не сюда. У нас там не трогает. Огонь!
какой-то маленький кусок. Мешай. Раз, а. И отсюда, блин. Да я же тебя. Все понятно. Появляется. Хорошо, продолжай. Yeah.
Да, даже лучше. Хорошо, что это все. Так, что ты мне оставил? Опа. Так, наковальные вальди. Сильная руническая атака. L1, R2, да. Кстати, вот эта вещь хорошая. Да, давайте не поднимем. Угу. Так, L1, R2. Хорошая вещь, кстати. Хорош, хорош. Так, что у нас здесь? Угу. Не-не. Угу. Так, он остановлен, да, здесь я. Пока нет камня, хорошо. Здесь я. Тоже пока нет. А, у нас все равно не хватит, блин. Понятно, открылось, короче, много что интересненькое. Но у нас деньжат не хватит. Да, ладно. Так, так, у нас их нет. Отлично. Так, нам надо сейчас открыть. Вот, свет. Что написано. Руны, символы трех норн. Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Так, сынок, у меня... Ну давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Смотри. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Так, окей, это мы все, естественно, будем, ребят, позже открывать, потому что сейчас пока смысла я не вижу. Заходите, смотрите это. Мы это посмотрим попозже. Так, здесь, здесь. Сейчас давайте все обойдем, чтобы потом уже не бегать по 10 раз по одному там месту, да? Сейчас все равно возьмем просто уже, чтобы потом с этим заниматься, по-моему, короче. Пением. Так, все, тут вроде как мы разобрались. Вроде ничего не висит. Что такое? Так, здесь это... А, вот. Так, окей. Бывает просто наверху тоже что-то такое. Кто висит, кто... Ну, об этом говорить, но все равно. Так, хорошо. Давайте мы разбираться с этим колокольней. Здесь, здесь и там. Окей. Прям редкость какая-то. Есть, ребят, мы собрали 3 из 3. Отлично. Теперь у нас увеличивается здоровье наше. Вот, это уже другое дело, да. Отлично, отлично. Это приятно. Все, можем идти дальше. Так, идем мы сюда. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Так, кабанчик, да? Так, ребят, давайте-то на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо за просмотр, за лайки, поддерживайте, подписывайтесь. Подписывайтесь в паблик ВКонтакте. Все желания поддержите монеткой. Увидимся в следующем стриме. Пока-пока.